Почти три десятка команд приехали в Казань на первую игру Лиги КВН Поволжья. Москва, Санкт-Петербург, Махачкала. И это малая часть участников игры. Команды боролись за путевки в 1/8 финала и возможность попасть в одну из телевизионных лиг клуба «Веселых и находчивых». Фестиваль уже в 20-й раз проходит в столице Татарстана. Но концертный зал «Уникса» в этот вечер был полон. Казанский зритель возлагал большие надежды на команды. Я надеюсь, что будет очень много актуальных тем. Это и кризис в стране, и погода невесенняя в Казани. В общем, все самое интересное будет обшучено, мне кажется, сегодня. Эмоции, веселье. Весеннего настроения. Зима уже, в общем-то, надоела всем, поэтому хочется весны. Конечно, было смешно. Море впечатлений, чтобы узнать что-то для себя, открыться по-новому, написать уже свои шутки. Жюри в составе чемпиона высшей лиги Дениса Дорохова и других известных личностей стало дополнительной мотивацией для участников. Градус волнения перед игрой был запредельным. Я эту игру очень люблю, и поэтому каждый раз перед игрой у меня... Где-то даже волнение за ребят, это нормально, я считаю, потому что все-таки в жюри мы сидим не для того, чтобы их там пожурить в плохом смысле слова, а именно для того, чтобы найти новых звездочек, поэтому вот этот момент, он всегда для меня волнительный. Фестиваль был поделен на 5 блоков. Каждая команда показала 4-минутное приветствие. За это время КВНщикам предстояло доказать, что именно они достойны попасть в сезон Лиги Поволжья. Жена застукала мужа за изменой, а потом поняла, что это ее последний шанс. Проваливай отсюда! И вещи свои забери! И мои забери! И я с тобой поеду! На самом деле, хочется пройти в сезон, но это как бы результат. И, собственно, ради результата тоже работаем. Но и работаем, чтобы самим было в удовольствие. И пытаемся прокачаться. На протяжении 2,5 часов команды показывали свое творчество и смешили зрителей. В одной игре оказалось 5 победителей. Недовольных в этот вечер не оказалось. Уже через несколько дней будет объявлен состав 1/8 финала Лиги КВН Поволжья. Следующие стадии пройдут в Чебоксарах, Саранске и других городах нашего округа. А казанских зрителей уже 7 апреля ждет 1/8 финала региональной лиги Республика. Салават Мухаммадуллин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.